Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Demon's Souls. В последней серии мы навещали локацию 5.2, там было достаточно сложно, именно не в плане врагов, хотя враги сложные тоже бывают, а именно в плане самой локации, там кошмар какой-то. Сейчас мы пойдем туда же, посмотрим, мы там открыли срез, теперь можно гораздо быстрее будет проникать в те места, где мы раньше, куда мы добирались минут по 20. Теперь, благодаря срезу, мы там будем буквально минут через 5. Там в одном месте продавали хорошую какую-то новую броню. Ну, то есть она мне внешним видом понравилась. Для меня в броне это самое главное. Поэтому я хочу ее купить. Сейчас мы туда и пойдем. Для этого нам придется... Ой, подожди, блин. Простите меня, мы сейчас вернемся обратно, потратим еще где-то пару-тройку минут на то, чтобы... купить себе стрел. Забыл стрелы купить после предыдущей серии. Без стрел тут никуда, вообще кошмар какой-то. Эти комары летают, в них просто, блин, натурально. С ними очень сложно приходится. Вот. Сейчас на все деньги, вот эти вот 9 тысяч, которые у меня есть, я на них стрелы понакуплю. Так, давай. Сколько влезет? О, это у меня, я думаю, на пару серий хватит. Так, ну и теперь пойдем искать эту броню. Броня мне внешним видом понравилась. Хотя, конечно, мне сейчас внешний вид устраивает такой в шляпке. Прикольный персонаж получился. Ну, посмотрим. Надо будет меч еще прокачать. У меня пока что не хватает... камней, чтобы его прокачать. Это нужно будет пойти в локацию 2-2. Там этих жучков рубить много. Ну и я думаю, в итоге это нам воздастся тем, что меч у нас станет еще сильнее. Он сейчас очень силен. А что с ним станет после того, как я его прокачаю, даже боюсь представить. Возможно, это станет имба просто какая-то. Ну как бы там ни было, мы, вернее, я этим займусь после того, как отсниму сегодняшние серии. На сегодня это уже 4-я серия идет из тех, что я записываю. Так что опять пачкой получается. Так, вот тут мы открыли такой мостик, по нему можно проходить. И это, на мой взгляд, очень круто. Теперь аккуратненько. Так, стрелы-то у меня лежат там, нет? Смотри. Добрый день. А мы не ждали вас, да? А вы приперлись. Шо? Так, это если бы я в ту сторону шел, для меня важен совет этот был бы. Так, вот эта самая стена, которую просто так не пересечь, приходится всю карту оббегать. Или срезом пользоваться, как я. Ты еще тут... Так, где еще? У вас тут много должно быть. Ох, как месть моя сладка, а. Как давно я этого ждал. В предыдущей серии они меня просто задолбали. Лук тоже не вкачанный. Я что-то вообще, у меня просто нет времени на прокачку. Поэтому я все, что делаю, я делаю для серий. Снайперская позиция. Между сериями качаться как-то не получается. Вон там эти три здоровых. Или четыре даже. Здоровых паренька, который один из них меня в прошлую или позапрошлую серию убил. Ну, смысла я не вижу особого их убивать сейчас. Мне там внизу ничего не нужно. Эти блестяшки я предпочту не брать. Сейчас нам нужно как-то в этом городе их освоиться, маленько понять, что тут да как. Ну, сразу могу сказать, что тут все плохо.
Он живой. Обожаю луки. В итоге заметили, я начинал игру тяжелым персонажем, а все равно у меня получился тот самый поп-коп, который был в Dark Souls. Подвижный, быстрый, пользующийся больше луком, чем оружием. Не могу сказать, что это плохо. Ой, блин, что ты делаешь-то? Блин, вот здесь больше эти все бои на затягивание идут. То есть несложно, но время приходится тратить. Тихо. Камера, спасибо за помощь. Так, сверху я пришел, там больше... Ой, блин, откуда ты взялся? Вон там наверху, похоже, нам туда и нужно идти, потому что если сейчас пойду понизу, то вернусь туда, откуда я пришел сюда, собственно, в предыдущей серии. Но в данный момент нам туда и нужно найти торговку. Уж не помню, где она тут. Но где-то тут. Так, подожди, я запутался. А вот. Да, с навигацией тут постоянно проблемы. Камера, спасибо. Так, минус 2. И вот сейчас где-то уже тут она будет, да? А вон она стоит. А нет, это не она. Это просто столб. Аккуратно. Да, блин. Вот это твоя атака, и она, конечно... Отвратная просто. Хорошо. Блин, ну это натурально, как, я не знаю, зачистка. Блин, где торговка? Я уже... Ох ты, посмотри, сколько их тут. Цирк и клоуны. Э, а как ты меня сдеваешь-то? Я что, еще траванулся? Да. Что-то странное происходило там. Блин, да как я траванулся-то? Стоит, нет? Я не понимаю, у меня же кольцо надето, которое помогает против яда. У меня одежда неплохая против него. Что это было? Не понимаю. Так, ну мне он туда, похоже, нужно.
правильно все понял? Да, вот она, наконец-то. Так, тебе нужно 35 тысяч, по-моему, да? Давайте сначала посмотрим. Там никто не бежит, а то сейчас, блин, порубит ее. Так, кольчуга. Кольчуга у нас, ну так, все по параметрам. А вот это, ну, в принципе, тоже так. Но зато красивая. Поэтому я ее хочу купить. Так, душа легендарного героя. Душа легендарного солдата. Душа бывалого солдата. Или героя, вернее. Так, по-моему, еще 5000 нужен, да? Ну, давай посмотрим. Старая. Сапожки. Ой, подожди. Перчатки чуть второй раз, сапожки не купил. Подожди, еще 20 тысяч нужно? У меня 16 есть, а оно стоит 15. Почему я вот этот не могу взять? А, ты будешь перегружен. Да блин. Вы что, издеваетесь, что ли? Ну, это печально все. Чё я могу выкинуть-то тогда? Ох, почему у меня перегруз вечный? Какой-то капец. Так, вот это. И вот на это нам нужно еще. Понятно. Ну, так выглядит достаточно забавно. По-самурайски как-то. В принципе, нормально. Так, я смогу вообще сейчас тащить. Допустим, смогу. Ну давай попробуем. А ничего, так прикольно, да? Вот когда все вместе в сборе. Так, теперь давайте возвращаться. Сейчас со всей этой шоу будет драться. Ворки, конечно, так себе, но пока что пусть будет. Хотя здесь больше подвижность решает, чем... Так, ладно, короче, пойдем назад уже, все, хватит. Хватит баловать. Забирайся. Не можешь? И я думаю, там мы босса и найдем. В принципе, броня мне нравится. Вид у нее такой достаточно необычный. Что-то такое вот восточное есть. Похожее на самурая какого-то. Но при этом и... Я не знаю, смесь какая-то, короче говоря. Того с этим. Так, вот тут мы еще ни разу не были. Давайте аккуратно пробираться. В такой броне, конечно, будет достаточно весело драться с теми амбалами. Потому что там за счет скорости я их рвал.
Понятно. Тусуй там дальше. Так, что у нас здесь? Блин, я в этой локации просто вообще не ориентируюсь. Это какой-то капец. Что-то есть. Пейнстоун. Отлично. Блин, этот гул от мух просто невероятно как-то. Вам, наверное, не так слышно, потому что я звук убавлю в самой игре, чтобы он меня не заглушал. Но поверьте, гул от этого, от этой мошкары, ну просто вообще какой-то непередаваемый, невероятный. Так, подожди. Я ж тут был. Я отсюда поднялся. Хорошо, куда дальше? Ага, понятно, куда-то туда. Ну, я сейчас упаду просто, да? Да. Можешь призывать здесь. Ой, не знаю, нужно ли мне это. Тихо. Блин, эта камера просто меня подводит. Конечно, оптимально было бы сейчас сбегать, весь этот груз лишний скинуть. Ну, ладно, чё уж, не буду вас утомлять этими перебежками. Пошли к боссу, умрем, так умрем. Как раз окажемся около Аркстоуна. Грязный колосс. Допустим. Блин, она грызет меня. Ой, вот это, похоже, будет серьезным испытанием, в отличие от предыдущего. А, понятно. Блин, да елки-палки. В мошкару влетает. Она его прикрывает, как бы, что ли? Так, это все печально очень. Блин, я не знаю, с какой стороны к нему подойти. А он меня тем временем грызет потихоньку. Понял. Да ёкарный бабай, да что ты ж ты творишь-то? Вот сейчас клинринг мне бы помог. Недолет. Второй. Третий. Я знал. Я пошел на это сознательно. Но если так будет продолжаться, то я его выиграю в первый. Чего вот этой грязни не было бы. Удар держим. Хорошо. Ага, держим. Плохо. Ладно, травы полно, так что... что-нибудь у нас-то получится. Блин, вот это грызет то, что это, конечно, меня печалит.
Раз. Раз. Второй. Третий. Хорошо. Давай. Раз. Раз. Два. Три. Входим. Аккуратно. Спокойно. Тактика понятна. Сейчас главное не наглупить. Раз. Спокойно. Первый. Второй. Третий. Живой. Плохо. Ой. Ладно, успел. Фу. Ну. Могло бы быть и посложнее. Тактика, в принципе, против него быстро нашлась. Хватит грызть меня, блин, мушкара это слезла уже, все. Да, блин, а почему я как специально на нее нарываюсь? Шо? Так, что там осталось-то уже у нас в этом мире? Я так понимаю, что основное все мы в нем сделали, этот кошмар уже скоро прекратится. Но сейчас мы пойдем в Nexus, выложим свою предыдущую броню, да выложим все и двинем. Неинтересные боссы в этой локации, вообще неинтересные. Не зачет. Ох, так. Единственная надежда, что сейчас мы придем в этот мир, и там дальше будет босс мне не по уровню, потому что меня давно никто не бил. Не знаю, у меня такое нездоровое желание, чтобы мне кто-нибудь настучал. Потому что я по этой локации как у себя дома ходил. Так, бастард можно выкинуть нафиг. Так, шляпу выкинем, 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 выкинем. Будем в этой броне дальше играть. Прикольно так выглядит достаточно. Похоже на броню из Властелина колец. У Рохана там такая была. Так, что дальше? Нужно еще один уровень поднять. Прокачаем, пожалуй. Даже не знаю, что качать. Soul of the mind, key to life's ether. Декс, может, или удачу. Да, жизнь лучше. Так, ну и пойдемте посмотрим, что у нас там дальше. Потому что вся эта серия у нас была по большей части это прогулка к продавщице сначала, а потом от нее к боссу. Не особо интересная была локация именно. Красивая броня, блин. В сравнении с ней как-то меч, конечно, такой игрушечным выглядит. Под нее и меч нужен соответствующий, огромный. Но под огромное у меня пока силёнок почему-то не хватает. Так, да не лезь. Не иди без Widow Lotus. Есть у меня. Давайте его пока поставим. О, Bloodstain. Ну ты пошел туда и огребся, похоже.
прошайка. Я в телесной форме опять. Ну да пофиг. Ох, гниль одна. И дама корни пустила кровавые. Офигеть. Хочу такую броню. Иди, Гарл Вигланд. Не навредит тебе никто, надеюсь я, сказала она. То есть он ее... Я думал, он ее будет атаковать. О, блин, моя любимая музыка в этой игре. Так вот она откуда. Ведьма Астрая. Оставь нас, убийцы демонов. Это святилище для убежища, для потерявшихся. Здесь для тебя ничего нет. Пожалуйста, уходи. Ты поп-копа не знаешь еще, просто дура. Ну, где там твой Гарланд? Знаете музыку? Она у меня в подкастах все время играет. Я как ее услышал, она мне очень понравилась. Ну что, дружок? Посмотрим? Да, с твоим оружием ты, похоже, меня сейчас быстро разберешь. Смотрите, какая у него дубина. Ты не повернешься, верно? Я не позволю тебе дать... вернее, навредить Астрае. Ты сгниешь в этих болотах. Попа не треснет? Защитник. Тю! Здравствуй. О, как мало жизни отнимаю. Я тоже умею. Это все, что ли? Так и будем с тобой бодаться. Как ты смеешь, говорит, нарушать наш покой? Вы давно нас покинули. Какие права у вас есть? Оставь нас. Блин, мне их жалко стало, прикинь. Я не знаю, я бы вас оставил, ребята, но выбора у меня нет. Ой, как больно. Отпарировал меня, что ли? Я не понял. Это что было такое? Ну, даже в таком случае ты меня не убил. Ой, я не знаю. Ты бы вышел в честный бой, блин. Мне скучно просто с тобой так воевать. Увлекательная битва. Ой, не падай только. Гарланд. Ой, блин. Ну где-то там. Может, ты хоть теперь ко мне спустишься?
Так, Гарла, я так понимаю, убивать не обязательно. Главное добраться до Астраи. Живут все люди, никого не трогают. Так не выйдет. Не выйдет, ребята. Всегда найдется говно, которое будет мешать людям жить. В данном случае это поп-коп. Так, я не могу в воде бегать, да? О, чума, понятно. Выпустите меня! Выпустите! Мы, говорит, будем защищать наши сердца и дома до смерти. Так, понял. В воду не ходить. Ох, сейчас мне кто-то ответит за это. Так. Кольцо регенератора. Почему? Я не понимаю, эта броня что, слишком тяжелая, что ли? И она с виду не выглядит таковой. Кольцо я в итоге не могу снять. Сопротивление яду мне не нужно. Давайте мы клин ринг наденем. Ну ладно. Больно, конечно, шлепнулся. Ну давай, Гарл, по новой с тобой все. Пока что самый интересный босс. Ну, при этом он просто необычный. Ох, это волшебная музыка. Короче говоря, я так понимаю, что в живых их оставить никак нельзя, да? Блин, ну постоянно какие-нибудь попадаются. Да, ёлки. Давайте. Ну, будем тупо бить, чё нам остается? О, или нас будут тупо бить. Чё им остается? У него жизнь восстанавливается, да? Или мне показалось? Да ёлки, попал. Да, так мы долго будем с тобой, конечно, колбаситься. Ах. Почему тебя обойти нельзя? Ну... Спокойно, братюня, спокойно. Все в норме. Давай честный бой, хватит стоять, блин. Хотя можно пойти, он просто защищается и хочет, чтобы я ушел. Блин, ну конечно, дубина у тебя что надо. А, блин, я же в блоке был. Ох, это будет долго. Дерись честно, запарил уже. Просто иди ко мне, давай с тобой разберемся. Ну, привратник, понимаешь.
О, хорошо всушил. Молодца. Половины жизни-то уже нет, да? Ох, какой-то тягомот. Слабак. Ну. Ой, блин, как я с тобой уже замучился. Сейчас я чувствую, я ошибусь просто. Я начинаю расслабляться. Вот типа такого что-то будет. О, как мне повезло, увидели, да? Сейчас бы он меня убил. Он зацепился просто за потолок. Дорогая Страя, я подвел тебя. Dark Silver, практически Black Silver. Но выглядит круто. В воде ты посмотри, что творится. Так, в воду, я так понимаю, лезть не стоит, да? Ну что, дорогуша? Stop. Прекрати. Please, stop. Пожалуйста, прекрати. Блин, ну... Это садистская игра. Вот, ну, я ничего не хочу сказать, но... Понятно. Не выйдет, похоже. А по воде я не пройду, да? Да, сейчас она подлечится и все по новой. Успею, нет? Бля, она даже не обороняется. Это что за босс такой? Ну, блин, японцы, я вас ненавижу. Ах, как тяжко-то на душе от всего этого. Ёлки-палки. Сказал он, нашпиговывая девушку стрелами. Ой, блин. Но ты в каком-то не очень хорошем окружении, ведьма. Возможно, ты сама неплохая. Господи. Ты такой жестокий. Ты покинул нас. Разве этого тебе недостаточно? Я ее победил. Почему так гадко на душе? Понятно. Так, эти ребятки сейчас не вылезут? Так я мог просто к ней подойти и зарубить ее. Это было бы не так драматично. Вот и оно. Да, дружок, вот и оно. Самый пакостный бой в игре. Это как же можно такие вещи делать, а? Сказать, что мне это понравилось. Ой. Зато броня крутая. Во всем нужно видеть хорошие стороны. То, что я ее с хорошего человека снял, это, конечно... Ладно, все. Soul of the mind key.
key to life's ether. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Art thou done, Ming? Давайте на этом прекращать эту серию. В следующий пойдем в 4-2. Или пойдем в 3-3. Куда-нибудь, короче говоря, пойдем. Осталось добить, собственно, два мира. И потом... Да уже мы большую часть вещей в этой игре, так понимаю, сделали. Вернее, не вещей, а дел. Могу сказать, что вот после этого боя как-то, блин, мне осадочек остался. Не люблю, когда и этот Гарл тоже нифига в отмах не шел. Он чисто оборонялся. Видимо, вообще сидела, просто лечилась. Просила уйти. Ой, самый трогательный момент, похоже, был в Дарке. Ой, в Демоне. Ну, как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.